Всем привет! Сегодня прошло 5 дней с момента закладки гусиного яйца, то, которое я купил у знакомой с нашей улицы, то, которое мы купили с тетей Ниной напополам. И сейчас я хочу его провоскопировать, но так как мы с вами закладывали его в инкубатор вместе, думаю, некоторым будет интересно посмотреть, есть ли там зародыши в яйце или нету. Я уже яйцо с инкубатора достал, так как я снимаю, держа камеру в одной руке. Авоскопировать я буду вот таким своим обычным телефоном, тот, кстати, на который я всегда снимаю. Вот уже чехол на нем порвался, но я новый не покупаю, так как телефон очень старый, я планирую купить новый скоро, в скором времени. Ну а сейчас, чтобы проавоскопировать яйцо, мне нужно выключить свет. И напомню, что мы купили 37 яиц, заплатили за 35, 2 нам дали просто так, и 2 яйца я заложил от своих гусей, так как на тот момент у меня снесли всего 2 яйца. И еще я хочу сразу, перед тем, как начну авоскопировать, показать цыплят. Я их продал почти всех. Здесь у меня остались только бинтамочки. Вот, бинтамки. Их здесь 6 штучек. Вот. И вот, в общем, они греются под лампочкой. Мне писали, как я буду снимать вот эти кабельные стяжки, которые я прицепил им на ноги. Очень легко они снимаются кусачками для ногтей. Очень просто и не страшно. И здесь еще меня спрашивали, пушинок я хотя бы не продам. Нет, не продам. Вот одна пушинка. То есть от курочки моей пушистой, вот тоже у нее стяжка на ноге. И здесь тоже где-то беленькая вторая, которая... Наверное, от другого. Вот, да, вот. Вот на ножке тоже. Все, вот столько цыплят осталось. Если кто-то захочет купить, я их продам. Здесь чуть больше 10 штучек. Ну, а сейчас начнем авоскопировать. Чтобы было хорошо видно зародыш, мне нужно выключить свет. И начнем. Вот, я, как и говорил, буду использовать телефон. Сейчас его зафиксирую в руке, чтобы было видно очень хорошо, как, есть ли зародыш в яйце или нет. Вот, первое яйцо и сразу пустое. Напомню, что сегодня 5-й день инкубации. Вот, маленькое яйцо, и в маленьком яйце есть зародыш. Так, будем считать. Один. Пустое. 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 Вот, смотрите, это буква М. Я подписал, это как бы мой, ну, от моих гусей. Вот здесь есть зародыш. Это получается 2 или 1. В общем, очень нехорошее яйцо. Пустое. Смотрите, все пустое. Нету. Ни в каком нету. Нету. Да, это, конечно, неприятненько. Нету. 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 Да, интересно, конечно. Нету. И за что платили деньги? Нету. Нету. Нету зародыша. Прекрасно. Да, меня радует все это. О, есть. Вот, смотрите, вот небольшой зародыш. Вот. Боже мой, это только второе яйцо. Нету. Нету. Прекрасно. Нету. Угу. Это тоже от моей гусыньки. И в этом тоже зародыша нету. То есть одно с зародышем яйцо от моей гусыни, одно нет. Здесь вот что-то начало развиваться, но как бы... На 5 дней очень маленький зародыш, но я убирать яйцо с инкубатора не буду, поэтому пусть лежит. Да, конечно, я думаю, нужно те 2 яйца, которые с зародышем, просто переложить в другой лоток.
И здесь вот есть, ну, зародыш очень маленький. 3. Нету. 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 Есть. Вот, смотрите, вот зародыш. Очень хорошо видно. Нету. Есть. Вот. Яйцо маленькое. Как бы яйцо от крупной серой, но выглядит как маленькое. От мелкой серой. Вот здесь тоже есть. Нету. Есть. Вот, смотрите. Очень хорошо видно, есть зародыш. Нету. Есть. Сейчас включу свет. Да, конечно, на 37 яиц всего 5 зародышей. Да, хорошая плота нам говорила. Наверное, завтра. Да, тетя Нина меня, наверное, посмотрит. И не знаю. Ну, я бы не ходил разбираться, потому что... Ну, а там кто его знает? 30... Из 37 яиц всего 5 зародышем. Я заложил 2, и из двоих у меня одно. То есть 50 хотя бы процентов, это уже что-то. А здесь всего 5 яиц. В общем, не знаю, пойдем мы разбираться или нет. Но мне, конечно, это не нравится. Да, вот и такие бывают видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.